Уже обратно иду. Тут уже прошли все, вся наша компания. Интересно, да? Ну, шиповник, ладно. Как бы сейчас потихонечку можно собрать. Ну и грибочек я заметила тут. Вот он спрятался белый, сидит. А мы уже тут несколько раз круга наворачиваем. Вот. Солнышко сегодня светит воскресное. Хорошо. Вообще, конечно, всегда нравилось мне в лесу гулять с детства. С дедами, с бабушками ездили. Красота. Ну ладно, буду сейчас собирать подъездности. Вот трудяк нашла, которые трудятся. Проход у них такой. И они туда шныряют, шныряют, запасы все делают, делают. Скоро зима. Все запасают. И даже запах от этого муравейника тут же пахнет. Муравьиной кислотой. Вот тут полянка такая солнечная. Хорошо, они тут устроились. Ну что, нахватала бабушка? А? Ну-ка, где? Не нахватала, а набрала. Да? Набрала? Ну ладно. Счастливая? Да. Ай, какие? Как кто-то нахватала, как она набрала, да? А мы вон там наши ведра. Ну ладно. Предлагаю поехали. Еще поехать на другую сторону леса. Все там, лен он почти созрел, а может и созрел, но что-то грязновато растет.